О. Сотри границы! Но только если ты не из Российской Федерации! Так, что, да, нам нужна какая информация. Да-да-да, окей, окей, принять, принимаю, назначение оказания, услуг, условия, ты. Ёб твою мать, спасибо большое, что я должен это все промотать. Я ключик взял, мне вот мерц сдал. Сейчас почекаем, как это работает вообще. Хотите сэкономить на покупках Warzone? Я нашел отличный дискорд-магазин, где можно купить Black Sale, CodePoint и наборы в 3 раза дешевле для любого региона, любой платформы и без ограничений. Представьте, вы можете взять хоть 50, хоть 100 тысяч CodePoint'ов за один раз. Магазин проверенный, с множеством положительных отзывов. Кроме того, там часто проводят розыгрыши и скидки. Рекомендую зайти по ссылке в описании, если хотите сэкономить, ну или просто скупить пол магазина. Воу, полетели! Блин, я такой зумер, вы посмотрите, я такой красивый. У меня такие сосисочки вместо этих волосиков. Блин-блинский, как круто. Привет, Феникс. Здарова. Ты последний остался. Ага. Все лучшее напоследок? А, он по 3 стреляет? Это типа как глок, да? Хорошо, Джет, дальше уже я. Сова, главный снайпер. Фава! Сой Пориджи. Ну, озвучка как в это, как в Overwatch примерно. Хорошо, вот еще несколько. Эти боты двигаются вперед-назад. Целим в голову, да? Всегда. В голову прилетает куда больше. Так, держать. Направляйся к рубке. Шевелись, крупка. Есть, а я, кстати, я что-то не заметил. Не задумался. Ну, слушайте, я не могу сказать, что игра прям плохо стреляется от бедра, но это... тут вопрос, как это будет выглядеть с живыми людьми. Я не ощущаю rotational aim assist. Вот, типа, aim assist видно. Вот, видите? Замедление. Так он не должен доводить, блядь. Он и в Warzone не доводит. То, что вот этот aim assist, когда ты L2 нажимаешь, он не работает. Такой хуйни даже в Fortnite уже нет лет 5. Типа, видите? Про фантом. Это что такое? Где? Фантом? Тут тоже надо, да, прицел вниз типа тянуть? Я в CS full без А играл спокойно. Так там и нет А, поэтому ты играл без А. Ай, блядь, геймпад уронил. Пизда. Все, ребята, квас дает о себе знать. Матч найден. Хавен. Так, а кем играть лучше? Давайте вот этой тёлочкой. Представляешь, Южную Корею, Джет быстро неловимый, может позволить себе рисковать чаще других. Любые стычки она заходит с флангов, быстро начинает сосредоточиться противников. Дуэлянты, самодостаточный убийца, который товарищ по команде ожидает высокой результативности и агрессивной игры. Добиться им в этом успеха им позволяет их умения и навыки. А, я не успел взять ее. Все, я понял. Ну, ебаный бобаный. Я буду Савинским. Или вот этим лохом. Ладно, буду дедом. Все, пизда, я дед. Остался один враг. Пока. Ультимейт готов. Остался один игрок. Спайк на С.
Остался один враг. Минус три. Установил спайк. Понял. Ну тут какие-то задроты. А сколько этот дым длится? Почему так долго? 15 секунд. Это половина матча. У тебя игра длится 2 минуты, а у тебя дым 12? Что? Не, играется прикольно на самом деле. Но я уверен в том, что аудитория у этой игры именно, знаете, консольной какой-то будет. Не то чтобы очень много. Это, знаете, это как в свое время CS была, типа, консольная. Остался один игрок. Минус один. Остался один враг. Установил спайк. Да блять, как? Че это за хуйня? Что это за ульта, блять? Я в доту играю. Охуенно! Я потерял хп на старте. Заебись. Так, это что такое? Че это за хуйня? Что это? Остался один враг. Че это за хуйня? Просто объясни, кто в это играет! Учила билка щит, нахуй! Я в мой РПГ играю, либо что, нахуй? Что это такое? Типа, я зашел только из интереса посмотреть, как реализован здесь геймпад. На самом деле, здесь удобно стрелять. Я не буду, типа, кривить душой. А здесь действительно удобно сделано. Потому что я практически ничего не настраиваю, я просто могу стрелять. Это удобно. Они сделали хорошо. Здесь есть аим-ассист, который замедляет твой прицел. Наверняка здесь будут играть типа на максимальной сенсе для того, чтобы иметь возможность фликать, потому что в этой игре это надо. MVP нахуй, 9-9 на 6. Не могу ничего сказать на этот счет. Но сама игра мне не нравится. Мне уже давно не нравятся такие игры. То есть, что вот эти КСы... Мне даже Overwatch на самом деле не нравится. Хотя в 16 году вообще мой канал начинался с Overwatch. То есть, мне тогда нравилось такое играть. Мне кажется, что эта игра сделана добротно. То есть, я беру пушку. Я не могу сказать, что, ну, типа, плохо играется. Ну, просто не мое. Вот серьезно, это вот просто не мое. То есть, я понимаю концепцию этой игры. Я понимаю, в чем ее смысл. Вот, и, наверное, когда ты используешь все билки, там, типа, используешь каких-нибудь метовых персонажей, они тут тоже есть, как бы, есть говноперсонажи, есть, типа, метовые персонажи. И когда ты используешь билки, да, наверное, типа, круто получается, можно как-то комбить, там, прикольно что-то делать. Просто я не понимаю, как это делать. Это факт. Я не понимаю, как перестрелять персонажа, у которого, бля, просто щит, вот, на мои, типа, атаки. Нельзя сказать, что это плохая игра, вот. Она хорошо сделана. Я видел игры, в которых геймпад реализован намного хуже. Ну, будучи человеком, который пришел с колды, я, ну, типа, сыграл относительно неплохо первый матч. Если брать стрельбу, вот, допустим, просто по манекенам, ну, типа, ну, удобно. Удобно. А имассист есть, все есть. И протешнл имассист, насколько я могу судить, нет. То есть есть замедление, этого достаточно. Я изначально, когда, типа, анонсировали Valorant, я думал, что это будет что-то типа Overwatch, но со стрельбой. Но это, типа, получился КС. КС со скиллами. F-Signed, новая карта, там пиздец. Так я не знаю ни одной карты. То есть я вот захожу, и я с нулевой могу нормально играть. Это круто. Потому что обычно это не так. Обычно, типа, игра настолько хуёво сделана. Охуеть. О, я щит не купил, пизда. Ну ладно, я вапер без этого, без щита. Только вы и я. Чё это за хуйня?
это за хуйня, блядь? Я во что играю? Что я играю, нахуй? Я, блядь, в ГУЛАГ попал. Какая нахуй дуэль? Во что я, блядь, играю? Еще раз, я вот, понимаете, похуй на игру. Типа, я вообще не умею в нее играть. Я вообще не знаю про нее нихуя. Но вот, это очень хороший знак касаемо того, что, оказывается, сторонние студии не могут переделать компьютерную игру под консольную и сделать ее нормально. Опять этот уёбок. Опять этот уёбок с щитом, я рот их ебал! Остался один игрок. Остался один враг. Победа на победу. Нахуй. Как же я их разъебал, лохов. Ну, это, конечно, нечестно на самом деле, когда вы играете с этими челами, которые, ну, типа, чуваки, пусть они из плойки, да, заходят первый раз поиграть, но у них там, типа, 130 левел какой-то, то есть, ну, они шарят за карту, я вообще карты не знаю. Вот, опять же, смотрите, вот я говорю, рофлы рофлами, это довольно забавная игра. Какой нахуй матч найден? Я не искал игру! Чего? Какой нахуй матч? Алло, какой матч? Я ничего не искал. Ну, похуй, давай сюда. Я где-то случайно треугольник нажал, что ли? Ну ладно, мы сейчас быстро пососем так. Разведстрела. А, у меня есть разведстрела, да? Ну алло, пацаны, развернитесь. Нас челов на второй точке не убили и поставили спайк, блядь. Спайк на Б. Тишина. Чего? Ну я хуй знает, вот эти челы на ИСа, они явно типа шарят. И они бегают и ебут всех. Типа у меня вон, допустим, Сифон, бля, бегает. Бороду, видимо, ищет. И он хуй знает, что делать, что происходит. О, отлично, нормально. Уничтожен. Один враг. Здесь. Я охотник. Понеслась. Все. Остался один игрок. Бля, ну меня челы не смотрят вообще. Вот он просто в закрытую сел. Остался один враг. Ну, он может это знать, конечно. Хорош. Перезаряжаем. Остался один враг. Последний враг повержен. Да мне вообще похуй! Спайк установлен. Как это открыть? Как это открыть? Остался один игрок. Один есть. Каждый из нас боец. Каждый из нас Валоран. А почему такая долгая игра? Это мы, типа, потому что не умираем, типа? Ну там чел все умеет, все знает. Так что тут без вариантов. Давайте вот так вандала. Вот так вандала возьму. Сейчас пойдем дуэлиться. Не, это короткая игра, она не должна быть. Не
Понял, понял. Почему в моей команде чуваки высокого левела, но они нихуя не делают? У них киллов, как у меня. Остался один враг. Зато стример. Зато там стример какого-то третьего левела. У него 9 на 2 счет. Пойдет? Пойдет. Остался один игрок. ГГ. Остался один игрок. Не отвлекаться. Спайк установлен. Ну ебал рот. Да и как, почему вы за мной ходите? А это что такое? Остался один враг. Спайк на А. Бросаю дымок. Перезаряжай. Они прям можно парочку. Очень хорошо сделали игру. Ну, управление игры действительно достойное. Это удивительно, но это так. То есть я удивлен, потому что играть приятно. Именно, знаешь, вот типа нужно понимать, что это все-таки, ну типа, порт условно ПК игры на консоль. И они прям нормально сделали. Почему вы все здесь? Ну, кстати, ульта мне понравилась. Ульта прикольная. Ты типа тпшишься, тпшишь чела и файтишься с ним. Один враг. И вновь, как ни в чем не бывало. Они знают, как кидать обилки, а я нет. Почему они всегда правильно кидают обилки? Сука, все мне въебало, блядь, покемона, на нахуй! Говно вот это, блядь, из рюкзака достал, накидал туда его! Стоят, нахуй, все обилочки раскидывают, все умеют, блядь, скинчики есть! Что это, нахуй, за прицел такой? У чела pay to win прицел! Я, у меня аж башка заболела. Ваша тактика. Спайк на А. Остался один враг. Гиги! Остался один враг. Идеально! Следующий. Наш агент со Спайк погиб. Разъем их. Да я рот ебал! Вот это он разъебал! У меня 22-11. Я, между прочим, это лучше в матче. MVP нахуй. Дабл килл, трипл киллы, первая кровь! Так вот нахуй, это я. Остался один враг. Нихуя там. Я покажу вам хедшоты. Ограничёвку. Остался один враг. Нормально. Ты в Колорант геймпаде играешь. Ну, как это консоль. Я на консоли играю. В этом весь прикол. Здесь замедление только от аим-ассиста. Не, кроссплей 100% не будет. А что это за прицел такой? Почему у него есть такой прицел, у меня нет? Я тоже хочу такой прицел. Цель убита. Ультимейт готов.
Остался один враг. А, да? Понял, понял. Сейчас рванет! В голову! Пока! Спайк на А! Блядь! Тут как будто надо сенсу делать выше. А, у нас лохи поливали. Я понял. Ладно, можно ливнуть.